Всем большущий привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Мы, друзья мои, играем с вами в The Last of Us. Бредем мы с Элли по Питтсбургу через заброшенный отель, обходили, в общем, головорезов этих, которые нас там, мягко говоря, неприметно встретили. Блин, трупаки, смотрите, плавают. И очередной раз пробираясь через шахту лифта, Джоэл свалился вот вниз куда-то здесь, в подвальное помещение в какое-то. И сейчас ему предстоит в одиночку выбираться наружу, ибо Элли где-то наверху, и помощи я, конечно, особо на нее никогда не рассчитывал, но осознание того, что ты сейчас в полном одиночестве, тоже, знаете, не придает оптимизма. Как, в общем, и всегда в подобного рода игрушках. Дыхание заканчивается. Надо быстренько вылазить. Не знаю, может быть, я что-нибудь пропустил там, но что-то некогда. С такой дыхалкой. Прокуренный. Плавать что-то там, изучать все эти уголки. Не подворотни, потому что там трубаки валяются противные такие. Нужно подплывать неохота. Так, здесь ничего нет у нас. Хорошо. Блин, ой, сейчас чувствую, что-то будет нехорошее, ребятки. Если мы такое, да? Там ощущение. Не знаю. Долбаные споры. Это ты прав. Ну да. Это нам намекают, готовься к щелкунам. С монстрами, с зомбятами, с остальными, да? Хорошо, будем готовиться. Так. Ух, ё. Твою мать. Блин, это крысы, что ли? Офигеть, я очень не люблю крыс. Вот и так вот. Хоть я по гороскопу. Крыса? Ну блин. Я так ненавижу вот это, особенно вот этих вот всяких туннельных, которые там роятся. Как ты видел, Сергей Бадюк рассказывал, как он там в армии его тренировал, его товарища. Товарищ этот, старшина его. Оставляли в комнате с крысой, и все, она, короче, там называется подыхать, и она там атакует, как остервенелая просто. Он весь покусанный был, короче. Просто там такой страх животное от этой крысы. Зато, и это просто у него было как этот, как показательное, вот как вообще нужно атаковать, как, значит, нужно уметь сражаться. Как крыса, загнанная в угол. И это реально ведь такая фигня. Есть даже китайские пытки такие, знаете, там пытуемому на живот ставится клетка с камнем обугленным, то есть который горит. Не камень, а что-то там, короче, такое очень раскаленное. И крыс, чувствуя жар, оставит им на живот, испытуемому, дно клетки, ну, пустое, то есть нет там ничего. Крыса, чувствуя жар, начинает искать себе путь наружу. И, конечно, может, это и баян, но кто-то, я думаю, наверняка не слышал об этом. И вот крыса начинает сквозь плоть человеческую выбираться наружу, прогрызать себе путь к свободе. Представляете, да? Что это такое для человека, который, через которого она пробирается? Она будет грызть и все, и прогрызет. Когтей, зубов ей хватит. Прям, прям аж передергивает. Ладно. Извините за столь лирическое отступление, но как бы могли сейчас видеть эти крысюки, которые пробежали. Оптимизма не внушают. Так, какое-то, блин, темное, заброшенное. Вот я решил проверить, взрываются ли эти, бать, как их, баллоны вот эти, которые стоят. Не взрываются. Ну да ладно, такс. Валяется, непонятно. Ага, места для него нету. Ну ладно. Нет, так нет. Кстати, я обращаю ваше внимание на, знаете, на что? Нам сейчас нужно завести генератор, чтобы заработала дверь. Вот. Но для того, чтобы эта дверь открылась,
нам нужно будет найти пластиковую карточку. Она где-то здесь. Вот она, пластик. Прошу прощения. Пластиковая карточка, которая... Вот выход из отеля, видите? Ну, естественно, без электричества работать здесь ничего не будет. И нам там внизу этот генератор, который нам надо завести. Вы не торопитесь это делать. Лучше сперва найдите пластиковую карточку, а потом уж только пособерите здесь все, что можно. Попытайтесь себе там все приготовить. Потому что после того, как вы будете заводить генератор, вас просто начнут атаковать разного рода зомби. В том числе и вот эти вот топляки, так называемые, непростые щелкуны, которыми я научился бодаться вроде как. Опа! Так, вот и свет появился. И как только заводите, сразу чешите наверх. Не обращая внимания. Ну, щелкуны обычные, и просто зомбари, хрен с ними. А вот топляки, они с одного удара вас. То есть, короче, нашли мы, блин, метод бороться с этими топляками. Ой, не топляками, а с щелкунчиками. Так. Ух ты. Какой-то он уже начал. Я думал, это щелкун. Ну нет, это не щелкун. Вот, видите, они еще соплями кидаются и убивают вас с одного удара. Так, а нам сюда, вот эта дверь, собственно, ребятки. Я чуть тут, когда первый раз играл, чуть не обосрался. Я прошу прощения за выражение. Не обгадился. Давай, 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 валим, валим. Открывайся нахрен. Давай, ты еще помедленнее это делай. Все, оставили мы этого топляка. Он там, кстати, даже не один. Ну вот и все. А убивать его... Главное, Элли. Это ты прав, Джоэл. А убивать его очень и очень сложно, потому что, ну вы помните, как мы с ним втроем бодались, там, блин, сколько на это времени. Может быть, конечно, с этими и побыстрее можно разобраться, ввиду, скажем так, тесности ситуации, но я бы не стал рисковать, поэтому лучше от греха подальше не будем тратить мы ни жизни, ни снаряжение свое, лучше просто уйти, потому что мы вроде все подсобрали. Вот. Даже дробовик, мне кажется, не помог бы с этими топляками быстро разбираться. Выстрелов 5 на него, наверное, как минимум бы, мне кажется, надо было. А то и больше. Повторюсь, с большим топляком, с боссом мы разбирались минут 5, наверное, если так вот не память не изменяет, бегали. Так или иначе, мы выбрались. Задерживаться я здесь не хочу. Давайте пройдем. Не, вообще хочу, вру. Здесь много... Так вот, 75 уже собрали. Мастера ножа будем качать. Осталось еще совсем чуть-чуть, 25 таблеточек нам этих собрать. И можно будет уже щелкунами вообще там, наверное, в открытом... Видите, не ломается при захвате. Даже можно будет, короче, постоянно использовать. Так, тут еще... Место подходящее. Есть, блин, я, по-моему, там пропустил. Ящичек один, что-то он в последний момент загорелся, я, наверное, не обратил внимания уже, когда отошел. Но будем надеяться, что там ничего нету. Так, у нас теперь можно спокойно прокачать оружие. Чехлы мы прокачали. Вот, смотрите, да. Есть у нас... А, у нас уже второй уровень. Емкость магазина. Так, вот это можно, в принципе, пистолетик прокачать. Потому что мы им чаще всего... Вот скорострельность, да. Мы им чаще всего пользуемся... Скорость перезарядки винчестера, скорострельность. Вот может еще винчестеру надо, дробовику винчестеру. Почему винчестером все время называю? После Call of Juarez, наверное, привык. Вот луку дальность надо точно прокачать. Слушайте, нам тут непочатый край прокачки. Это я просто пренебрегал пока что, прокачивал чехлы. Так, еще одну скорострельность. Скорость, ну и ладно, я думаю. Другое дело. Самое важное мы прокачали, чтобы можно было уже воевать более или менее быстро с врагами. Да, не открыла так, там тут шкафчик. Ну, уже извиняйте. Повторюсь, надеюсь, что там ничего. Тихо-тихо-тихо-тихо. Кто там у нас? Эта дверь у нас. А, у нас дверь еще открывается. Это. Ой-ой-ой-ой. Здесь случайно. Ой, фу, хорошо вернулся. Хоть это подобрать. Здесь-то полезные ништячки. Тут еще и инструменты. Ну, хорошо. Так, что лучше сделать?
сахара у нас нету. Давайте сделаем одноразовую убийцу. Ну, знаете, она там с одного удара может убить. Тратится всего лишь эти вот иголочки, которые он там наматывает лезвие от ножниц. Так. Что это у нас тут? Кто-то там копошится, смотрите. О, пускай вот они его. Кончай его! Готово! Отлично, спасибо, парни. Но только мне с вами придется разобраться. Тебя не покусали? Нет пока. А тебя? Пока нет. Ладно, разделяемся и идем дальше. Вдруг какого урода не заметили. Да не вопрос. Идите, идите. Так, теперь надо аккуратненько. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стой. Хопа. Так, поймали одного. Второй вроде не видит как раз-таки. Отлично. Так, что-то там такое, я вижу, блестело. Ну ладно, пока не будем. Пока не до этого. Тут очень злой дядька ходит. Блин, зря я на самом деле использовал нож на... Ты слышал? Ух ты, круто. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин. Ух ты, еще живой. О, смотрите-ка, даже не сработал этот, как его. Он его задушил, я думал, сейчас он будет в бараний рог скрутит и башку ему ногой проломит. Но стелс при этом не прервался. Слушайте, это хорошо. Так, остался тут сколько еще? Один, наверное, чувак. Кстати, как тут все так нагромождено, интересно. Блин, вообще, конечно, не знаю, ребята, я, наверное, в каждой части, да, умиляюсь детализации. Просто вы посмотрите, как зашкаливает просто, да. При такой вот уже устаревшей графике у меня просто слов нету. В игрушке просто хочется постоянно тусоваться. Ой, еще один, блин, что-то я его не заметил. Сейчас я чувствую, меня спалят. Ты это видел? Что? Что там? Сейчас по мне, кажется, сзади. На башку. Да, конечно же, он с пистолетом. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу, вроде успел. Спать. Так. Теперь можно осмотреться. Да, не застелсил я. По полной катушке. Ну, кстати, вот стелсить здесь менее интересно, чем воевать в открытую. Вот лично по мне. Вот, ну, при всем моем там уважении к стелсу, я уже тоже об этом говорил, но еще раз повторю. Для вновь прибывших. Если бы можно было какими-то, скажем так, дополнительными ударами убивать, а здесь просто одно удушение, когда вот чисто в скрытном, он очень, зараза, долго душит, мог бы шею сворачивать, все равно убивает, по сути. По рыхлому подошел сзади, шею свернул, и все. Слушайте, смотрите, у Джоэла прикольно, кровь из руки идет не из левой, а из правой. Так, что-то у нас здесь. Можно какую-нибудь приставить лестницу туда наверх? Нет, никак. Значит, высоковато очень, чересчур, мне кажется. Давайте просто попробуем, мне интересно. Скорее всего, конечно, нельзя. Жалко. Давайте еще раз осмотримся тогда. Есть у меня такое ощущение, что я не все собрал. На кухню еще надо заглянуть, наверное, нет? Да вроде, вроде нет ничего. Так. Ладно, хватаем, в общем, лезем наверх. Мянище просто-таки тяжеленное. Пожарная, что ли, какая-то раздвижная лестница. Полезли, дядя Джоэл. Ух ты ж, йо! Прям в ноздрю. Откуда ты взялся такой? Так,
наша задача теперь кутаешить. Из остановки справа. Ой, хорошо, еще по морде умудрился. Блин, Джоэл, я просто тобой восхищаюсь. Твои способности выживать. Хотя... Элли. А кто же еще? Фух. Как я ему мозги вышибла, а? Да. Да, это точно. Круто вышибла. Тошнит. Естественно, реакция. Я ведь просил тебя, не лезь. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Воу-воу. Знаешь Джоэл. Что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Так идем. Круто, она вообще, смотри, не обижается. Такая, блин, такая покладистая вообще. В принципе, и слушается, всегда бойкая, в тему всегда бойкая, не раздражает своей, не тупит. Блин, слушайте, ну, наконец-таки научились один NPS-овцев хороших делать. Таких девочек маленьких, добрых. Да, Джоэл, значит, такой паскудно себя ведет, блин. Она ему принесли жизнь спасла, он еще оскорбляет ее. Не очень как-то... По-взрослому, с его стороны. То он ее старше, раз в 5, наверное. Не в 5, раз в 3 точно, в 4. Прям, честно говоря, меня не очень приятный осадок оставляет его манера. Лучше побудь здесь. Не вопрос. Видите, он ее что не попросит, она все делает. Он ее оскорбляет, она еще его слушается. Вот сразу видно, не избалован. Может быть, это, кстати... О, это что, комикс, что ли? Креция какая-то. Ну да. Даниэла оказалась на Индии и постоял раз с капитаном Райаном на потеху странникам. Может ли она забыть о своих чувствах к капитану? Ладно, прочитайте без меня. Все-таки, да, вот если так вот рассматривать проблему отцов и детей, вот учитывая ситуацию апокалипсиса, да, и то, что она да, вот, даже Элли родилась уже после того, как катастрофа случилась, обратите внимание, как она не избалована вещами, которые вот нас сегодня доверху переполняют. То есть у нее практически ничего вообще в детстве нету, кроме постоянных наездов. Угроз умереть каждую секунду, каждый час. Вот, может быть, это дело в этом, может быть, надо ограничиваться как-то в некоторых вещах, тогда мы как-то общество наше будет более целостным, что ли, более добрым, более отзывчивым. Поменьше всякие глупости. Ведь, ну, воспитание в человеке всегда показывает его отношение к жизни, к его поведению вообще. Все говорит именно о воспитании человека. Вот ее воспитывали, видать, очень сурово, и практически ничего у этой девочки, девчоночки не было. Не было вообще, повторюсь. И действительно наводит на определенные размышления касательно педагогики той же самой. Видите, как вот характер у них тут сталкивается, Джоэл справа к ней очень относится. Не то, что с недоверием, а она не то, что даже не нравится, а просто он, ему никто не нравится. Когда погибла его дочка, наверное, он очень к людям стал относиться скептически, сурово, жестко и очень боится, наверное, испытывать те же самые эмоции, которые испытал в тот момент, когда погибла его маленькая девочка. Главное понять, как. Ай, как же достало. А Элли, я думаю, ему очень ее напоминает. И ему это вдвойне, он просто, наверное, абстрагируется, поэтому старается на нее наезжать, чтобы не сближаться с ней. Чтобы не было потом у него проблем никаких, если вдруг с ней что-то случится. Чтобы не переживать ее гибель. А погибнуть они могут в любой момент, повторюсь. Да, скорее так оно и есть. С точки зрения... Говорю, педагогики, вообще прагматизма в целом, Джоэл
ведет себя... Психология даже, я бы сказал, не педагогика, психология. С точки зрения психологии Джоэл ведет себя... Вполне себе понятно. Не хочется ему испытывать, повторюсь, те же самые эмоции. Поэтому, ребятки, не надо его... Если что, на него наезжать, будьте в комментариях, когда писать, почему Джоэл такое говно, почему он так себя плохо ведет. Вот просто если проанализировать ситуацию, проразмышлять, сразу становится понятно, почему он так делает. Вас я призываю всегда быть рассудительными. В первую очередь, не судить никогда никого. Так, а меж тем у меня патронов что-то завались. Так, и это выход, что ли, из отеля, да? Я так понимаю. Да, это был... Тут, конечно, стрёмное лазание по подвалам. Но, слава богу, я без особых последствий. Возможно, я повторюсь. Опа! Улучшение. Это хорошо. Холодное оружие. Еще одно холодное оружие улучшено. Так. Правильный выбор техники плетения узлов имеет огромное значение при закреплении. Ага. Вот оно что. Close combat. Это, короче, наверное, для... Вот этих вот наконечников, то, что мы делаем на оружие ближнего боя. Наверное, оно как-то по целостнее, по устойчивее, получше. Так. Блин, почему-то так мне напомнило сейчас третий Uncharted, это вот помещение, когда там в корабле воевали. То, что там такой концертный зал, прям почему-то вот сразу чувствуется почерк Naughty Dog. Вот обратите на дизайнеров Naughty Dog. Может, с этой штуки можно залезть? Роял. Или это пианино? Не, вообще-то рояль. Пианино, оно, по-моему, прямоугольное. Рояль, она вот такая продолговатая. Рояль. Он, вернее, она. Где какая тут? Кто-то тут пиршество. Ух ты, смотри, сколько всего тут валяется. Батюшки. Так, всего битком. Но на лезвие крепежа не хватает. Ну ладно. Будем искать. Надо двигать туда. Сейчас, сперва, наверное. Еле полезет. Взяли. Элька. Черт. Тяжеленная штуковина. Даже на колесиках. Как насчет помочь? Думаешь, можно мне это доверить? Элли! Ну, жми! Я жму! Сильнее! Ура-ура! Так лучше? Пошли. Еще, кстати, вообще надо учитывать при общении с людьми, у которых такая серьезная большая разница в возрасте, это то, что у маленьких детей... Совершенно другие взгляды пока что еще на жизнь, ввиду отсутствия опыта. Это не значит, что она там глупая или тупая. Или вообще так на всех это людей, между прочим, я лично так расцениваю. Не значит, что человек глуп, просто он еще многого, может быть, не видел, не знает. А когда узнает, или когда там попробует все на своей шкуре испытать, вот тогда-то и рассуждение у него изменится. Но учитывать это обязательно надо при общении. Особенно в их вынужденном, скажем так, общении между собой. Так что, мне кажется, вот этот психологический момент, разработчики, вообще сценаристы, режиссеры, кто делал персонажей, характер персонажей, просто потрясающе проработали. То есть настолько это, не то что прям, я бы сказал, глубоко, но это дает психологический анализ, можно составить портрет психологический. Замкнутого в себе Джоэла, бойкой такой девочки Элли, тот же самый Тесс. О ней очень многое можно, кстати, было сказать, когда она еще с нами ходила. Так, ну что ж, вот мы выбираемся, блин, прямо в Крайзис форменный. Тогда зарево бьет по глазам. И что же нас ждет дальше? Ух ты. Спасибо, что оставили винтовку. Сюда, прыгнись.
Значит так, я сейчас спрыгну и расчищу нам путь. А как же я? Сиди здесь. Но это же тупо! У нас больше шансов, если я помогу. Поможешь. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься? Ну, из винтовки я уже стреляла. Только по крысам. Крысам? Пневматика. Короче, общий смысл тот же. Вскидывай. Теперь упрись как следует в приклад. Отдача тут гораздо круче, чем у любой пневматики. Угу. Оттяни затвор. Держи вот здесь. Тяни. Вот так. Как выстрелишь, тут же загоняй еще один патрон. Послушай меня. Если я опять влипну, бей так, чтоб наповал. Ясно? Я поняла. Ну ладно. И знаешь, насчет того раза. Спасибо, что спасла мне жизнь. На здоровье. Вот вам и пожалуйста. Вот что я говорил, да? При всем, при всей суровости Джоэла, все-таки а? Есть в нем если что-то, ты тыришь, то прикинь сначала, что ты, позволяет ему с добротой относиться. Чего вопишь-то? Отдышись! Кого убили? Весь отряд. 76 парней. Какой-то гребаный турист. Всех до единого. Черт. Боссу доложил? Да. Поджигаю. Блин, зря я потратил на одного всего лишь. Как-то лимон. Вообще, здесь можно стелсом, естественно. Но я так подумал, что ну его нафиг этот стелс. Я... Надо как раз попробовать пошарудить. Хорошо. Еще остался даже у нас на один удар. Нас Элли будет прикрывать. И знаете вообще, на самом деле, что мне напомнило? Вот этот вот. О, красиво. Знаете, что мне напомнило вообще? Сцена, когда он сейчас ее учил винтовкой стрелять, заводить патрон. Так еще, причем, детально объяснил, что надо делать. Прикольно это. Напомнил фильм «Патриот», если кто-то смотрел, с Мэлом Гибсоном. Фильм уже старенький такой, достаточно 98-го он года. Про Америку там, да, когда, про становление Америки. Вот, когда его там детей своих вначале заставил их помочь. Ну, тоже заставил, а вынужден был посадить их в засаде, чтобы они отстреливали. Ну, посмотрите фильм, в общем, я думаю, проведете вы себе аналогию. Блин, что-то куда-то он слепнетил. Иди сюда. Бежал. Сейчас так по-рыхлому. Вот, я, в общем, решил не стелсить здесь. Не знаю, когда стелс обрывается, то ли они спавниться начинают, то ли... Так, вот я опять там убил. Так, куда побежал? Хопа. Хорошо. Так, у него была винтовка. Блин, он... Так держать. Элли. Элли нас прикрыла. У меня закончились патроны от револьвера. Блин, вот этой пуколкой будет сложнее гораздо. Он еще так мечется, как... Ладно, не буду я пошлые слова говорить. Побежал. Чувак, я здесь. Кот побежал-то. Такой посмотрел на меня и убежал. Типа тактика, да, у тебя там куда-то. Беги от Джоэла называется. Так, возьмем дубиночку. Или не возьмем. Не, почему-то мне не хочется этой дубиночкой, или хочется. Эти просто две осталось. Так. Давайте сделаем. Опа, еще. Лечилово это полезно, это хорошо. Так, вот идет. А, смотрите, все, они вроде угомонились, они меня из виду потеряли. Сейчас мы будем с ними разбираться уже потише. Тихо, тихо, тихо. Что у тебя за шлем такой интересный? Опа. Хорошо.
Но я повторюсь, почему, вот вы еще спросите, почему я решил не стелсить, если я говорю, потому что я вдохновился фильмом вот с Мелом Гибсоном, вот этим «Патриот», блин, опять он сзади, он там, его там призрак называют, прозвали, он там то исчезал, то появлялся, то есть так их размесил круто, то есть я не знаю, это для меня такое впечатление произвело. Для такого, для того года просто, блин, ну, это очень круто смотрелось. И дети у него сверху постреливали, такие сидели. Вот так вот, так же из винтовок, короче. Пока он там так вот напрыгивал, фу-фу-фух, одного отметит, отметелит, короче, спрячется, убежит в кусты. Фу-фу-фух, опять отметелит, и дети постреливают офицеров. Так это круто. У меня до сих пор, говорю, я самому хочу пересмотреть. Все, вроде там Элли еще тоже. Элли неплохо поработала. Так, осталось у нас совсем чуть-чуть. Здесь нету, потому что разницы, как вы будете... Так, а это у нас... Этот, как его? Коктейльщик. Попался. На. Да, ой, коктейльчик еще заодно остался от него. Так, или еще там кто-то, по-моему, есть. Я тут. Опа, Элли. Тоже крысы. Круто. Молодец. О, так. Надо как-то поменять. Ой-ой-ой-ой. Хорошо. В бубен прям ему. В бубен, хорошо сказал. Да, прям. Видите, какая динамичная получилась сейчас. Все, спускайтесь. Спускайтесь. Вас там несколько. Ты и винтовка. Спускайтесь вниз. Да, вот такой вот интересный моментик. Ладно, ребятки, я думаю, они сейчас будут болтать. Я думаю, на этом пора попрощаться. Я очень надеюсь, что вам серия понравилась. Такая очень эмоциональная получилась. С вами был Фолиот. Ждите новых выпусков. До новых встреч. Большое пока. Ну, как я? Вот, возьми. Тебе по размеру. На самый крайний случай. Ага.